Вы гляньте, какое солнышко у нас. Всем привет, мы начинаем с вами новый влог. Я собралась, в принципе, стандартный мой лук-лучок, пук-пучок. Ты чего? А, топает, только что погулял. В общем, девчонки, что хотела вам сказать. Я вот эту вот куртку, у меня просто спрашивали, поэтому сейчас расскажу. Эту куртку я купила на огромной скидке на Wildberries, это бомбер. Он не сильно утепленный, он прям, ну, чуть-чуть. Тут есть этого флиса, хотела сказать, наполнителя. А так, в принципе, он объемный. Я вам ссылку на него оставлю. Просто многие путают, когда я оставляю ссылки, рекламные или не рекламные. То, что я заказываю с Wildberries, это в основном процентов 95-99 я заказываю за свои средства. И это не реклама. То, что я вам оставляю ссылки, это специально, чтобы мне солнце не светило, специально, чтобы вам было проще, и чтобы вы сразу находили ту информацию, которая вам нужна. Сейчас я вам по-другому еще покажу. Хотя у меня тут гладильная доска стоит, пуфик делали, он перевернут. В общем, хай-вай здесь. Вот, видите, сумку тоже купила я за свои деньги. Мне удобно сюда документы класть, в общем, по делам ездить. И вот такая история. Волосы у меня не уложены, это у меня сам по себе он вот так вот кудрявится. Я сейчас по вечерам голову мою, расчесала, все несмывашки нанесла и готово. У меня, конечно, проблема с сухостью очень сильная. То есть вот здесь после осветления, то, что мне делали вот этот вот милирование, у меня такие короткие волосы повылазили, поэтому я сейчас не укладываю волосы вообще. Пусть они восстановятся, пусть они напитаются. Про филлеры спрашивали, я еще заказала себе целую коробку вот этих вот филлеров Масил, потому что только они мне могут реанимировать мои волосы, правда, потому что очень-очень-очень сухие волосы. Мы в Телеграме это обсуждали, спрашивали, как часто их делать. Я делаю через помывку, то есть если я мою голову каждый день, я делаю, например, сегодня сделала, завтра не делаю, то есть с масками чередую. У меня не так много масок, как все думают, но я вам сейчас их быстро покажу. Они у меня вот там вот в полочке хранятся, вот в этой. А это все с маникюрной принадлежности, с пуфика. Вон пуфик, видите? Сейчас покажу. То есть вот мои все маски. В основном моя любимая, это вот эта масиловская. Она действительно очень хорошо восстанавливает волосы. Так, вот эта очень крутая маска Джон Фрида. Вообще просто супер. Я ее купила в гипермаркете перед Новым годом. Вот. И за 200 рублей вообще, если бы знала, я бы еще штук 5 взяла. Ну, только 2. Так, вот это хорошая маска с оливой. Вот такая. Вот это обалденнейшая Dallas Protox. Она является аналогом. Сейчас покажу, как... Ой, пол не сдвинула. Ну, вот это вот дорогое. У меня тут есть одна. Не залезу. Короче, показывала вам. Она, в общем, сейчас я просто одной рукой не долезу. Ну, тут всякие разные масочки. Так что масок у меня немного, я чередую с филлерами. Но больше всего мне нравятся филлеры. Вот эта маска, вот эта маска, вот эта маска. Вот эта хорошая, просто как увлажнение. Эйвонская, вон она внизу у меня стоит, тоже для увлажнения. В общем, как-то так. А ты что, погулял? А ты моя красавица, иди ко мне, я тебя поглажу. У нас, кстати, девчонки, была проблема. В общем, у нас очень сильно вылезла аллергия, мы лечились. И вот, слава богу, почти я его вылечила. Он сейчас на диете у меня сидит, да? Без вкусняшек. Ты без вкусняшек, да. Хотя ты немножечко прихворал, да. Ну, ничего страшного, мы его вылечили. Благо, у меня очень хороший грумер. Девочка работает здесь, на Спартановке. Кому нужно, у кого тоже собаки мелких пород, я вам ее дам. Она еще и по коже специализируется. То есть она сразу вывела, говорит, так и так. Вот тебе, пожалуйста, туда-сюда, а мы столько обращались к ветеринарам, они не могли вылечить его. А это, оказывается, вот кожная аллергия, да. И клык у нас здесь отвалился, ну как отвалился, половинка вот тут вот откололась. Но ничего страшного, тоже нормально, посоветовалась. Да, так что мелкие собачки, это хуже деток. Не хуже, точнее, нет, неправильно выразилась.
Заморочие дети. Дети, да. Дети вырастают, а ты всю жизнь будешь маленький. Да. Детки, конфетки и рожек, картошка. Моя картошка. Пим, я поехала. Ну, слушайте, сумка сюда идеально по цвету вписалась. На камере вам кажется, что она чуть другого оттенка, но нет, оно прям идентичного. Удобное, короче, все покидал и готово. Зашли в центр подарка для дома. А. Мне вот тут книжки понравились. Вот эти? Они какие-то, ну, плоские. Они не плоские, но 114 рублей. Они раз-раз сердце зачекают. Ну, тут акция месяца, видишь, акция. Акция. Это салатник, по-моему. Кстати, хороший салатник. И чё, и где он? Цена? Чё? Как? Кого? Пойдем дальше. Мне кажется, это салатник, мам. Ну-ка. Смотри. Мам, салатник написано. Угу. О, по 49 рублей. А микрон сколько? Она может быть тоненькая. А мне бывает нужна вот такая тоненькая. Чисто вот, знаешь, чтобы подзавернуть. Подзавернуть? А, эта штука для яичницы. Вот такая есть. Да, она бесполезная. Беспонтовая вообще. 5 метров. А где двухсторонняя? Вот, ну, она вся двухсторонняя. Или нет? Тут еще какая-то штука, дрюка. Ну и какие вазы красивые, мам. Смотри, какая прелесть. Мам! Что тебе не нравится? А, мы же договорились, да. Ну, пледы вот такие вот, это как на васильке. То же самое. Только даже оно менее тоненькое. Мне кажется, даже полегче. Ну, полегче, да. Но это как покрывало, не плед, тут даже больше. Плед он... Это что? А, ножницы парикмахерские. Кстати, неплохие. Я как-то купила одни еще 10 лет назад, до сих пор ими стригу. Ну да. Тут все в основном белорусский наш. Так, небольшая продуктовая корзина. В магните сейчас на акции по 54 рубля. Да. Укроп, петрушка, зелень. Дальше корень имбиря взяли. Чай пьем с ним. Так, морковка. Взяли вот такие пельмени по акции «Элит». Хотим приготовить их жареные, сделать в соусе. Вот. Если будем готовить сегодня их, то я вам обязательно покажу. Я такие не ела. Потом курица. Это получается на кило она. Вот такая. Тут у нас с вами сыры. На рынке вот такой сыр. И сырный хинкали. А сыр какой? Забыла, как называется. Этот Маздам. Маздам, да. И хинкали вот такие. Они вкусные. Но их много не съешь, кстати, да. Все вкусное, да. Так, соленье, арбуз я такой не ем, потом помидоры и что-то еще, да? А, огурцы. Солен. И перец. Чили. Чили-чили. А это корейская история. Это дали в подарок. Ну, так поняла, это типа кимчи и вот этот вот огурец. Дальше грибы древесные. Вместе с вот такой вот историей. Я забыла, как она называется. Нет, шиитаки это другие грибы. Шиитаки. Там вот такая. Водоросль, блин, ее называю. Так, вот. Такая штучка кукурузка. Вот такие бобы. Наисвежайшие, сказали. Дальше. Это спаржа. И... вот такие грибы для лисички. И еще вот такая вот история. Все корейское. Блин, ну это настолько все вкусно. Но не часто, да, к сожалению. Так бы я постоянно бы этим питалась. Но мне нравится. Но оно, зараза, конечно, тянет всегда надорого. Ну ладно. В общем, вот такая была продуктовая закуска. Так, на сковородку, на раскаленную, мы добавляем масло сливочное. Да. Да. Прям... побольше, так побольше, скажем. Да, потому что у нас пельмени 700 да. грамм.
добавляем, растапливаем. Затем мы добавляем пельмени. Замороженные. Да, замороженные. Обжариваем их с двух сторон. И потом в соусе их протушиваем. Пока будут обжаривать, Аленка сделает соус. Да. Короче, сметана. Это для соуса. Чеснок, горчица и соевый. Все прям в этой штуке будем делать. Как раз половинка осталась. Сметана 15%. Пока сделаю соус, а потом и дальше... И зеленый укроп. А, да, точно, укроп, петрушка. Что же мы купили-то? Да. Все, запустили пельмени. С двух сторон. Слушай, они так обжарятся? Обжарятся. Я просто сильно не включаю. Из-за чего, ну, пусть чтобы... они обжариваются, да, я пока соус доделаю. Сообразила я соус. Тут укроп, петрушка, соевый, перец, чеснок. Это вкусно получилось. Да, мы попробовали вкусно. И вот наши пельмешки дожариваются. Можно или залить. Да, или залить, отдельно. Или отдельно. Но мы решили залить. Вообще в бульоне их тушат. Обломов же в бульоне тушат, можно, да? Можно в воде. Ну, можно в воде. Но сам факт того, что мы зальем. Да, и потом покажем вам результат. У нас дед любил такие. Твой я, дед. Правда, не знаю. Твой дед. Ну, да. Не наш дед. Ему было 32. Да. Дай наш дед. Смотри. И получается, они правильно, они тут прожариваются, а внутри сырые раньше так были. И поэтому ты их не любила, Корка? Ну, да. А я их ни разу не пробовала. Представляете, за 29 лет ни разу не пробовала жареные пельмени. А это сейчас получится вообще хорошо. Слушай, а что их в Москве не решила попробовать? Ну, тогда, может, такого рецепта не было? Да не, был. Просто я особо не могу. Сейчас опять напишут, что это самая ложка. Не могу я пластмассовый. Мне кажется, не так получилось. Ну, это ты аккуратная, это вообще аккуратистка. Это сколько сковородки? Ты я покупала? Да, ну, у меня, видите, она вся вон ровненькая. Ровненько, ничего на ней. Поцарапана. Ты аккуратная. Ты аккуратная? Я просто, да, очень аккуратная. Ну, хорошо, живите тогда. Ну, все. Сейчас я знаю, что сейчас скажут железной ложкой, но... Вот так. Не могу, не чувствую я. Прям меня быстро. Я не чувствую педалей. Все, залили соусом. Вот такая красота. Ну, красота, да? А запах какой вообще? Вообще, ага. Быстро, на скорую руку. Ну, да. Огонь. Так, девчонки, сейчас я вам покажу свои покупки с Магнит Косметик. На заднем фоне клон. В общем, я опять повторила вот эти вот маски. Взяла себе и маме. Одна у меня лежит в пустых баночках. Вторая вот сейчас я буду использовать. И плюс еще маме взяла. В общем, отличные маски. Это единственные, наверное, тканевые маски, которые реально улучшают качество кожи на лице. Поэтому я их очень люблю. Это Japan Gal, 749 рублей Магнит Косметик. Обалденные. Так, вот одна я кинула. И вот вторая маме. Дальше я взяла носки. Вот эти вот пилинг. Магнит Косметик, они стоят то ли 119, то ли 120. Офигенные отшелушивающие носки, которые прям вот кожа пластами слазит. Если вам нужны классные кислотные носочки, пилинг-носочки, то присмотритесь к Виленте. Именно Магнит Косметик смотрите, потому что в других магнитах, обычном магните, магнит гипер, там дороже. Да, вот у меня 3 штуки, смотрите. Вот, 3. Так, дальше у меня еще 2 вот таких вот масочки пузырьковой. Одна увлажняющая, другая очищающая. Офигенные маски от Эвелин по 69 рублей. Дальше, смотри, следующий пакет. У меня здесь Шери маски тканевые. Взяла 2 штучки. Вот они как выглядят. Это у нас вроде анти-эйдж, борьба со старением, да. Пептид Сун Акеретинол, в общем, какая-то такая история. Кориан Бьюти Секрет. По 50 или 40 рублей, точно я уже не помню. Так, дальше взяла салфетки для ванной, влажные. Вот эти вот нужная вещь. Неплохие, кстати, салфетки магнитовские. И универсальные классные, и просто обычные. Ну, в общем, вот такие. 30 рублей они стоят. Дальше освежитель 100 рублей, плюс-минус сиренью. Мне понравился аромат. Хотя я его не пробовала в магазине, но вот попробовала дома, мне прям понравился. Неплохой. По крайней мере, пахнет действительно сиренью. Так, дальше. Для туалета еще взяла вот такой вот утенок. Стикер чистоты, гигиена и белизна. Решила взять вот такой вот вместо блоков сменных. Ну, обычный утенок, что о нем говорить. 100 рублей тоже где-то плюс-минус стоит. Дальше взяла спонж для умывания от Love. Вот такой большой.
В фикс-прайсе маленький продается, а это большой. Он прям для умывания самое оно. Можно и маски смывать, но для умывания лучше вот такой пористый. Я Faberlic заказывала гладкие, вот они для смывания масок классные. А вот этот вот пористый, он больше для просто умывания лица. Дальше мама попросила взять вот эту маску, очень она ей нравится. Это Anti-Age Ultra омолаживающая маска для лица Organic Avocado. Она, говорит, очень крутая, питательная маска. Вот, это ее слова. 100 рублей она тоже где-то стоит. Дальше еще маски взяла, две очищающие. Bubble. Нам с мамой прям очень заходят они. Далее. Вот эту маску нашла всего одну штучку. Но если вы найдете, попробуйте обязательно. 3-4 рубля стоит. Love. Маска косметического увлажнения с гиалуроном. Боже мой, это такая классная увлажняющая маска. Тут две сашетки на один раз каждый. Супер. Правда, так хорошо реанимирует кожу, мне очень нравится. Так, что у нас тут еще? Да вроде все, да? А, не, я еще мицеллярная вода. Мицеллярная вода, а в этом пакете должен быть еще карандаш для губ, точно. Вот он, карандаш для губ Stellery, девчонки. 15-й тон, обалденнейший карандаш. Я вам даже не покажу, как это все смотрится. Сейчас, секунду. Вот. Смотрите, очень красивый нюд, очень крутой, с розовинкой, коричневый, такой вот коричнево-розовый нюд. Повторила. И вот эту мицеллярку, я уже ее попробовала, девчонки, это супер мицеллярка. Действительно, очень классно смывает, не щипит глаза, кожу не сушит, не стягивает, липкости не оставляет. 219 рублей обалденнейшая, 200 рублей карандашик. Вот такие были покупки с Магнит Косметик. Девчонки, на этом влог закончу. А, еще хотела вам поделиться отзывом. Попробовала я вот это масло-желе от Тиджи. Понравилось оно мне, действительно легкая текстура, хорошо увлажняет, а вот кондиционер не впечатлил, вот этот вот Тиджи восстанавливающий. По мне, какой-то кондиционер от Estelle намного лучше работает, чем вот эта вот история. Вот, на этом влог буду заканчивать. Огромное вам спасибо за просмотр. Коротенький влог, но я надеюсь, он был для вас максимально информативным. Огромное спасибо за просмотр и до скорой встречи. Целую в плечи. Пока-пока. Также, куколки мои, не забывайте про промокоды, которые я вам оставляю в описании. Пользуйтесь, не благодарите. Там очень-очень много всяких разных и на улыбку радуги, литуаль, но многое другое. Поэтому заглядывайте в описание и пользуйтесь. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice.